Только что Эрдоган воткнул нож в спину Путину. Турция продолжит работу по зерновой сделке, несмотря на выход России из соглашения. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Турция продолжит свои усилия по поиску решения проблемы глобального продовольственного кризиса, как она это делала до сих пор, несмотря на выход России. Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса, цитирует Эрдогана агентство Анадолу. Мы стремились поставлять пшеницу, произведенную на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству, сказал турецкий лидер. При этом он не комментирует, почему зерно все же отправляется в богатые страны, а не в нуждающиеся.